Привет всем, это 5P74, мы продолжаем играть в старую добрую игру Герои Меча и Магии 2. Сколько тут народу-то расплодится, чё? 2 популяшена здесь не было. Так, покупаю, как всегда, самых необходимых. У кого денег? Кабанов я практически не беру. Так. У меня есть дипломатия. Пойдемте попробуем кого-нибудь присоединить. Жалко, второго героя потерял, можно было пособирать что-нибудь сейчас. Либо самому ездить, либо. Так, сколько она удачи-то, насколько, на один, что ли? Здесь что-то конкретно не пишется, увеличит удачу, что это, так, смотри. Самому собирать у меня время. Освещалка, полезная штука. Так, о, золотая шахта, отлично. Сейчас они будут ездить тут, ребята, меня доставать со всех сторон. Элементаль воды, я не помню, какая у него там скорость. Блин, еще стрёмно здесь нету. Да ты какой? На какую записывал? Скорость кое-как. Так, ванинзе стой. Ого, ничего себе кое-как. Да, могу сейчас наотхватывать прилично. Блин, непонятно, дойдет он, не дойдет. Ладно. Кабана на мясо, что ли, посмотрите. Спасибо, госпожа Мара. Госпожа Мара, поможем себе. Ты чё, блин? Эй, кабан уже не жилец. Так, чё я магией не пользуюсь? Постоянно забываю. Сколько у нас кабанов-то, бить не бить. Жертва. Все, птицы теперь в расход пошли. Черт. Все нормально. 9 кабанов, так страшно. Ой, ну это шо? Подкрепление. О, зеленый. Ого, ты зря на трубе напал. Очень зря. Так, ладно. Такое ощущение. Осенец. Что-то мне кажется, зеленый все уже не боец. Там уже столько солдат потерял. Тринадцать, тринадцать. До титанов, как до Китая раком.
главный герой сделаю. Не хочу я подъезжать. Кстати, у нас есть дешевый рынок, не забываем. Сейчас ездить. Правда, уже особо нет, некуда торопиться, деньги я все стараются. Ну, не так, чтобы все, но... Так, кто это у нас тут? Куча. 5-9-5-9, ну, вроде не число. Это видно, когда дают деньги, а нужны драгоценности. Не всегда это хорошо. Окс, тут у нас всего, а можно на 15. В принципе, все, денег сейчас нет, чтобы строить дом. Что-то хотел... Опа, зеленый опять выскочил. Что это они там на всех запаруются? А что они не написано? Был. Или такие посещения, как мельница, не пишут. Вот, типа, домик и всякое. Домик, гомик, так. Что? Сюда едем. Где у нас зеленый поживает? В каком углу? Кто помнит? Можно заехать, а их у меня достаточно. Да пофиг. Сейчас денег на титанов наберу, а уже уехал. Так, а что это за монетка? Или там, там либо деньги платят, либо драться. Компьютерные... Никогда... не подбирает артефакты, где надо платить деньги или драться. Или почти никогда, потому что просто не помню. А, кайты. О, мак хорош. Семерочка. Вообще по барабану на железо сделаем. Ай! Ай-яй-яй! Не подходи! Все, отлично. Так. Уже магов моих делают. Свои варвары закончились. Толпа архимагов. Присоединитесь же. 21 за 4200. Нет, ребят, что-то вы... Ох вы гады, еще такого. Вы еще и так умеете, сволочи. Они убили Кенни, сволочи. А я убил этого хоббита. Что ты мне не сделаешь? Скорблённый, охренеть. Хотя тут толку нет брать этого. Ты смотри, тут одна трава, можно было не брать, ладно.
Так, все, на следующий ход можно строить титанов. Радоваться, радоваться. Сорать кирпичами, писать кипятком. А вот как заезжать? Кто знает, напишите, как третьих героев. Как-то ничего нет, не понял вообще. Только что же неделя. Или я убью? Или мельница здесь один раз дает? Что уже запамятовал, если честно. Так, я думаю, надо хотя бы одного титана все-таки купить и подвести своих единиц. Такой смотрю, думаю, нифига, у меня 18 тысяч, думаю, почему одного, потом вспомнил же еще. Хотя бы одного буду настоять, такой гроза Марии мощь еще будет. Давайте вот этих карапузов возьмем на стенке. Так, сейчас будет мега обмен. Целый один титан. Особенно мне нравится, когда приезжаешь к какому-нибудь противнику, там он такой, ну, где-то его сильно уехал, ты заходишь у него замок, у него там титаны построены, штук 20 такие не куплены, и ты такой вау! Прыгаешь там. Не знаю, от радости. Так, все. Я крут, у меня один титан, да вы че? Теперь всем хана. Все, я пошел всех увалить. Сохраниться надо. Как записываешь по порядку, а потом забываешь. Ну какой последний? М2 или М3? Или М10? Так, ладно, герой поступок оставить в сторону. На-на-на-на-на. Так. Эти шахты сейчас отсюда. Главное поймать. Опа. Ну я же говорил, зеленый первый на... О, золото. Еще золото. Ну-ка дай что-нибудь поменять, что ли. Пока рядом никого нет. Так, хорошо. Быстрее оранжевого догоняй. Йотун, что за йотун? Таких не знаю. Вот тут что-то знакомое, вот кого так называли. Сейчас вот как назло уедешь там со всех щелей будет. Ну еще можно второго снарядить, там и тоже идти. Всем бить морду. Так, атака. Где у него замок? Я не понимаю. Where is castle? Так. Что-то они тут... Там что ли замок? Все задергались. Или это там... Что это может быть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, закипишевали. Точно замок. Еще раз сохраним. Я люблю по 10 раз сохраняться. Еще
еще специфика вторых героев, в отличие от третьих, что башни стреляют только когда противник ходится. Это хреново. Так. Вот я ошибся. Титаном одного казалось, конечно, недостаточно. Не всегда они бьют самого сильного. Много этих других. Жалко, ладно, три мага пострадали. Не запанюх табака. Так, что тут есть? 6-8. Нежитинские ребята. Не люблю их, когда они смешиваются с другими. Так, а что у нас здесь? 4 уровень. Шторм. Какое-то массовое замедление или что-нибудь такое. Так. Сейчас выйдешь, они заедут. Сколько мне денег? 27 тысяч. Пойду-ка я еще с титанами. Напрячься надо. Забегали. Ребята, что нам делать? Нас же сейчас убьют. Да, господа. Когда магов останется штук 5. Сейчас каждый так может молнии шандарахнуть. Разделить силу магии, если позволяет. Чё бы не шандарахнуть. Ну, или даже вот такой хрень. Ну-ка, титан! Да что ж ты? Да, один титан еще слишком слаб. Так, а чё, у него еще замок что есть? Фига там орков нехило! Восемь вампиров. Это очень даже да. Ну-ка, давай вял. Ну, когда он вот это делает, это мне вообще нравится. Компьютерный игрок очень любит так использовать. Лучше это, чем там молнии. Особенно, когда у нее там сила 10 больше. Ай, ёлки, надо больше резать. Так уже увлекаешься и так особо. Ладно, не будем. Дик-дик-дик. Вампир, ты, наверное, вообще 100 лет. Все лежат.
ура! Так я вот и не понял, куда убегал. Настроение, мораль уж. Предыдущий герой, которого я убил. Так. Конечно, можно взять героя второго, там отхватить. Ох, твою ж мать, 12 титанов. Я балдею просто. Я просто балдею. 800, ладно, достаточно. Все, пойдем пугать народ. Сейчас он так и будет тут бегать вокруг оси. Нет. Ух ты! Как он резво все-таки скачет такой. Я захвачу. Я бы сказал, нет, ты не захватишь. Так. Хо-хо-хо. Ну вот, смотрите, явно подтверждение. 7 сил магии, но использует что-нибудь посолиднее, нет он. Там, разрушающий этот луч. Как-то уж совсем. Так, замедление у меня есть. Замедление нет. Еще титан крепкий выдержит. Как лошадь прям. Ну плохо у него там артефакты. Нет, чума. Ладно. Я бы, конечно, мог перезагрузить. Здесь вроде можно так экспериментировать. Да ладно. Я не думаю, что это уж так катастрофически. Ну, подумаешь, там пару сотен титанов потеряли. Думаю, не страшно. Так. Че, я вот не заехал, ладно. Я думаю, там уже они остались не сильно. Там добить их чуть-чуть прихлопнуть. Вон они уже даже не вылазят. На, парниша. Люблю его так устраивать. Синенький к синеньким, фиолетовый к фиолетовым. Артефакт. Такс. На М3. Пока мы на перепутье. Так, зеленый же был справа. Пойдемте сюда. Так, где каменная шахта, значит там рядом. Главное такой разброс 9 или 30. Попробуйте догадаться. Нет, ничего я тебе не отдам. Все себе заберу. Я жадина. Откуда там вылез кто? Ай. Ну если что, у меня тут 3 только. Что я? Вот как популяция может вообще на големов повлиять, я не понимаю.
типа умерли рабочие, которые делали эти големы, что ли? У них там железный спид, что ли, железная чума? Что-то как-то вообще непонятно. Или на нежить, например, как это действует все. Кто может объяснить? Главное, таверну убрали, да? А чума как? Мораль, ура! Корку убьешь. Почему тогда в других частях, где нежить, не убрали таверну? Решить только во второй. Все, да, беги. Сейчас этому задницу на дерево, который спрятал. Как раз. Популяция. Чё это у него замок не развит, нифига. Ну-ка я бласт. Так, попал. Ушел следующий. Ух ты, троллей, ты дюйки. Трольчатина, да? Так, ты иди, ты идешь отсюда. Все. Ну вот когда дают две фигни. Лучшее из худшего. Тут, конечно, ничего. Нет, целых 7 троллей. Ладно, пусть здесь кукует. Так. Нам надо захватить последний замок. Так, бежим, бежим. Черный дракон на 5. Вот колдун не построил вовремя черный, и они у тебя не прибавились. Так бы сейчас был в шоколаде. Сейчас мы этого парня заманим, подловим его. Делаем из него шашлык из колдуна. А, это маг же. Предатель. Предателю сейчас задницу держим. Ааа, такой ты. Не понимает, куда же его заводит-то. Вот у него последний замок. Так. Так. Быстрее. Дайте мне титанов. А? Маги, фаги, макрофаги. Что-то я вообще какую-то ересь стал нести. Ага, попался. Ду-ду-ду-ду. Мини получаю. Кабанчик такой тюк-тюк-тюк-тюк с такой. Сейчас ему строю. Да что ты там, малыш, блин? Да чё у меня с замедлением? Где я его нашел? В другом, что ли, замке? Давай. Чё? На! Чисто! Чисто конкретно я его выиграл. Ну все, это последний бой, наверное. 52 кентавра. А мне кажется, здесь сложность будет расти по порядку. Что-то у меня такое ощущение. Может, это даже вообще самая легкая. Хотя нет, самая легкая там вроде 15 тысяч дают. Или 10. Нет, 7. Кто помнит сложности? И деньги, как они там распределяются. Когда третий уровень сложности, там вроде 5 или 2500, что ли? Ура, победа! Нет? Кто-то еще живой? Как я недавно прочитал...
Ну, не так уж недавно, ну, относительно недавно. Где-то в том году, что ли, что... Оказывается, во вторых героях, чем выше сложность, тем у противника там ему вначале... А, доход у него что-то там больше, камни. Или это не только во вторых героях, еще в каких-то... Черт, он не доедет сейчас. Да вообще пофиг. Ну доедет, доедет. На тебе 13 гидр. Давай, иди сюда. Ну ладно, давай, давай, добьем. Жалкого нет быстрого боя. Кто следующий? Дать бы титану отвечать всем. Так все подлетают. Ушел, 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 все, все, ушли. Бац, бац, все. Закрываем ловушку. Ура! Юеол, ты победил. Так, ну что тут у нас? Ой. Куда так быстро? Ну что, я смотрю, у меня тут из-за того, что у меня досовская версия, небольшие тут не глюки как бы. Вторая миссия, то есть только с нажатием Enter черный экран пропадает, сразу же запускается вторая миссия. То есть я не могу ни прочитать ничего, ни выбрать бонус второй миссии. Ну ладно, что нам дали, то дали. Так, ну здесь у нас во второй миссии надо объединить местную братву, как тут перевели. И не потерять замок. Так, ну это мы будем уже делать в следующей серии. Так, ну ладно, всем пока, с вами был 5x74, увидимся в очередных частях героев и чайных.